Европейский Союз от нас уже требует отмены смертной казни. И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. И ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит вопрос, стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками Брюсселя, что мы в этом направлении будем работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить. Это первое. Второе, риторический вопрос. Скажите, а каково мнение ваших граждан по поводу смертной казни? Не знаете. В этом и суть вашей демократии, с одной стороны. Потому что, чтобы вот так вот требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу. Ну и третье, самое простое. Вы поддерживаете очень хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. Я знаю, Китайской Народной Республикой. При встречах с ними вы им задавали аналогичный вопрос? Думаю, нет. Пусть это будет тоже риторическим вопросом. Поэтому я отвечаю прямо на ваш вопрос. Референдум решил эту проблему, референдум ввел смертную казнь в Беларуси, референдум, только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся. Что касается Совета Европы и нашего членства. Примите? Спасибо. Нет? Потерпим.